также спортсмены из Казани. Сейчас принимают участие на всех соревнованиях. Вторая этап квалификации. Посмотрим, что для нас приготовили. 3, 2, 1. Дайте шума для Агнесы! Какой красивый кан-кан. Прямо выкинула ногу в сторону. Очень классное исполнение. Прыгает вулканчик. Это достаточно сложная фигура. Девчонки редко прыгают. Преодолевает спайн. К сожалению, спайн немножечко перелетела на броскость. Потеряла скорость, но набрала только что ее в боуле. Красивейший фиксап. И Агнеса решила надавить, видимо, на технику исполнения трюков, тем самым удивить судей. Бар спин на стол. Посмотрим, как судьи это оценят. Конечно, трюки лучше делать через стол. И так, такой небольшой лайфхак, секрет. Это трюк можно делать в квотере. Никто не обратит внимания, что ты не долетел. Это сигнал, который говорит о том, что осталось 10 секунд. Поэтому давление буквально на один крючок. И это нак-нак. И в конце отличный заезд от Агнесы. Грубо говоря, уверенный на 100% без единой ошибки. Ждем результатов судей.